Добрый день. Сегодня среда. Сегодня я на работе. Вчера работала девочка за меня. У нас начались крепкие морозы. И даже МЧС присылали смс-сообщение на телефон, что будет оранжевый уровень до минус 26. Но это минус 26, это может быть по Самарской области. Это не обязательно в Тольятти, это в деревнях, я так думаю. Но у нас пишут и 18, и 14. Сегодня 14 градусов. Морозно. Смотрю, утро машины заводятся с трудом. У людей слышно, что греют машины, не все заводятся. Но это еще не предел, что там 14 градусов. Вот когда будет 26, вот тогда, конечно, да. Какие новости? В Туазе, в ДК поставили на улице елку, но еще не украсили. Сегодня я пойду обед сделаю, покажу, что за елка там. В прошлый раз ее устанавливали. Алена вчера сдала автодром. Теперь у нас остался город. Сдача города. Так, 11 числа. Вот. Много-много чего вчера за выходной я успела. Уборка дома, пенсионный фонд, соцзащита, магазин мебельный ездили, приценялись к диванам в зал. И не люблю снимать в магазинах, я напрягаю людей, не знаю, некоторые блогеры это любят очень. Но как-то вот, когда купим, тогда покажу. Как-то я вот так, такая сторонница. Вот, сегодня еще паёк в школе в нашей выдают на Лесной для глухих слабослышащих детей, так как у них дистанционное обучение, и все деньги, которые на них отчисляют на питание, выдают сухим пайком. Ну, это опять же будет сахар, гречка, рис, макароны, шоколад, печенье, вафли. Тушенка, возможно, молоко и сгущенка. Посмотрим, что сегодня дадут. В общем-то, прошлым разом еще было молоко. 3 пакета. Хорошее молоко. Вот. Каждый раз немножко меняют. Консервы меняют. То есть консервы рыбные и говядина тушеная была. То значит, вот молоком что-то заменяют. Соки. Что еще? По-моему, все. Ну, сегодня отец привезет. Посмотрим. Муж привезет. Отец. Посмотрим, какой сегодня паёк. А я пошла обедать. Сейчас покажу вам елку. Все уже готовится все к Новому году потихоньку. В магазинах, в ДК и на улице уже, на уличных площадках таких развлекательных уже потихонечку устанавливают. Вот, иду на обед. Бегу я обедать и покажу. Мы с бассейна, здрасте. Ага. Женщина-клиентка, она ходит сюда в бассейн. Вот в ДК Туаза. Ну вот, елка уже стоит. Видите, как уже? Ага, с макушкой уже. В общем, мороз сегодня, ребята, мороз. Посмотрите, какая погода. Минус 14. Немножко идет снежок, но такой маленький-маленький снежочек. Видно его, что он немножко насыпал. Куда ни глянь, везде клиенты. Я очень рада, что меня везде узнают мои дорогие клиенты, знакомые. Кстати, женщина очень хорошая. Всегда приходит с шоколадкой. Я всегда ей кофе, чай ставлю. Молодец. Все, иду обедать. Друзья, показываю паёк. Я уже сижу, ем мандарин. В этот раз мандарина дали. Прям удивительно. 9 штучек. Вроде неплохие. Гречка, рис, сахар, сок, персик, кукуруза. Вот такой черный чай листовой цейлонский. Крупнолистовая. Макароны сейчас уже приготовили. Зеленый горошек. Это паёк из школы. Так, сейчас покажу я вам. Макароны вот так вот
Выглядят нормальные макароны. Алена готовит макароны по-флотски. Да, Ален? Макароны? Ну вот, макароны будет делать. Лук, морковку. А здесь у нас уже разморозилось. Фарш разморозился. Куриный. Вот. Баксик ждет морковку. Ну, мы ему не дадим, он от нее чешется. Что-то у него аллергия на морковь. Поэтому нет тебе морковки. Не дадим. А вот макароны по-флотски. Алена приготовила с куриным фаршем. Конечно, очень много. Но она любит эту еду. Пусть ест ребенок. Приятного аппетита. Да, Алена? Вкусно?